Всем привет, утро, 6 апреля, Кропивницкий. Люди идут, кто куда, непонятно, может кто на работу, кто просто прогуливается, погода хорошая, весна как-никак. Ну и введены сегодня в действие ужесточение карантинных мер от Кабинета министров постановы. Многие, наверное, знают, какие ужесточения. Ну, и посмотрим по людям. Насколько люди социально ответственны. Насколько люди адекватно реагируют на ситуацию, на обстановку в городе. Начну с того, что для утра и данного района народу очень мало. Город пустой. В основном, опять же, скопление автомобилей под продуктовыми магазинами. Опять же, насколько правильно все это принято, данные меры. Постанова Кабинета министров не является выше Конституции, а в Конституции все эти права прописаны. Свободы граждан, перемещение, нахождение и все остальное. В общем-то, противоречат постанова Кабинета министров и Конституция друг другу. Кто в этом деле разбирается, может все опровергнуть, конечно, через суд, опротестовать, но тут велась направленность на социальное поведение, на социальную ответственность граждан. Скорее всего, рассчитывалось, что люди с пониманием отнесутся к данной ситуации, но понятно, что действия должны быть, конечно, законными любые.
данном случае собака друг человека. Если вам нужно выйти за сигаретами, за пивом или купить газету, собака ваш лучший друг. Ну, по моим наблюдениям, в основном люди все в масках. Столпотворений таких нету, ни на остановках не кучкуются, ничего. То есть обстановка в городе вполне адекватная. Пеше передвигающихся людей тоже не очень много, практически нету. Собака друг человека, это подтверждает уже не первый случай. И собака довольна, и хозяин тоже. В данном случае хозяйка. Пошли гулять в дендропарк, который сейчас пустует. Период цветения тюльпанов в дендропарке пусто. Первый год. Люди занялись ремонтами дома. Много кто везет, несет каких-то стройматериалов. И автомагазин работает, и тоже вот очередь. То есть людей не всех пускают, чтобы не создавать массовость, наверное, по несколько человек. Отдаленный район Кировограда, ну как отдаленный, райцентр. Балашовка, кто знает, районная больница. Здесь народу не так много. Частный сектор в основном преобладает. Но людям в частном секторе, как правило, есть чем заняться. Поэтому на улицу им нет смысла выходить, только может за продуктами. Гулять можно и во дворе своего дома.